Ничего не забыл. Так. Всем привет, друзья. Сегодня выехали в лесок с батей. Да, я нашел уже не один десяток наконечников. Два красивейших энкалпиона, топоры по Киевской Руси, наконечники и по скифам попадались, но большинство по Киевской Руси. Сигнал выскочил. Цветничок, я бы сказал, на 99%. Вот такой вот кусок свинца. Наверное, что-то охотничья пуля сдеформировалась. Время выбрали, что дождя нема, потому что уже третий день валят дожди. Ребята, не забываем, подписываемся на канал. Вот у меня уже и находочка какая-то выскочила. Вот, гляньте. Гляньте, какой монитос выскочил. Обалдеть. А вон, гляньте, какая штукенция. Не знаю, что это такое, вот, прорезанная какая-то. Уже какая-то древняя. Орудие труда. Знаем, что там. Сейчас. А вот. О! Гляньте, то, что я вам говорил. Гляньте, какой красавец. Просто он целехенький, цей гнак. Вообще суперский. Обалдеть. Вот он. Типичный наконечник. Киевская Русь. Красавец. Я представляю, какое тут течение было, когда дождь это валил. Что это у меня тут такое? Звонкое. Кусок алюминия, блин, от безкозырки. Сигнал такой, я бы сказал, непоганый. Сейчас копнем, глянем. Сигнал и меня заинтересовал. Какая-то фольга. Больше чем уверен. И пробка, пробка. Вот. Слышите? Интересно. Вот такой глубоковатый сигнал. Сигнал, что там. Что-то глубокое. Вон, ребята, то, что я говорю, бачите? Вот такой вот гильзач попался от мосинки. Гляньте, какой обрыв.
Я вже надумався уходити від цього обрива. Щось ми його викопаємо. Вот, ще одна гільза. Ух ти, йой! Блін, тільки не корінь. О, гляньте. Це що, пробка? А, ні. Вот, гляньте, монетос. О, клас. О, щось з якимись цими. Вообще. А, це польський. Блін, тут затертий. В хламіну. А сохран просто обалденный. 1766 год. Вот такие вот, ребята, монетос попался. Сейчас я еще проверю. Опа! Уже клад! Выкопал. Что-то такое, как гильза, блин. Медяха якась. О, гляньте, сразу взяв. Ох. Не, блін, да, все-таки це медяшка. Но монетос. Царіз, кажись. А не, круглий цей герб поляк. Це медь. Я так думаю, хто-то потеряв. Зараз я її протру, гляну. Да, польська. 1768. От така от медна, правда, жаль, но польська монетка. От сигнал. Я уже бачу, що це. Ось така от драбина свинцова. Ось вона. Ось вона. І от, от ще один сигнал. Ну тут я скажу чесно, що дуже-дуже похоже на монетку.
Блин, аж в ухо закладывает. Грубым. А ну сейчас. Все, бачу. Да, монитос. А, видно. Тут же более чернозема, из-за того уже якісь есть такие окиси. Ну це орлянка, что-то тут. О, хорошая такая птичка. Двоглава. О, полушка. Класс. Він хоч сьогодні якісь монети попадалися. О, друзі, от такий сьогодні у мене уловчик. Серебруха порадувала просто неймовірно. Наконечник хорошенький. А це вже железяки. Йдуть на металолом. Дві медних монетки. Одна советик. І от якась часть гляну, може це і Київська Русь. От бусинки якоїсь украшення. Ребята, якщо вам понравилось дане відео, подписуйтесь на канал. Всем здоровечка. До новых встреч.